Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я Гамовер, это бонус, и мы снова находимся на палубе дирижабля программы «От винта». Но вы заметили, как далеко шагнула наука в последнее время? Что вы имеете в виду? Ну, например, последнее сообщение о клонировании людей. Один американский ученый, по слухам, уже проводил некоторый опыт. Клонирование? Ну, искусственное создание людей. У человека берется генетический материал, и в пробирке создается его точная копия. Дубль. Очень интересно. А как в таком случае отличить? Извините, я немного опоздал. А это еще кто? Так-так. Разберемся. Ну а вы, уважаемые телезрители, пока посмотрите сюжет об игре, которая называется Lands of Lore 2. Эта история началась давным-давно. Когда-то на Земле побывали древние боги. Чтобы как-то развеять скуку, присущую бессмертным, они создавали различные миры и наблюдали, как они развиваются. Одним из таких миров стала наша планета. Послушайте, а нельзя ли покороче? Покороче. Один из этих богов, злобный Белайл, захотел единолично управлять этим миром, где царили покой и... А нельзя ли еще короче? Короче, его собирались уничтожить. Он захотел оживляться. Для этого создал специальное приспособление. А в это время одна колдунья... Короче! Короче, вы играете за сына этой колдуньи Лютера! Все? Ну, если коротко, то все. Послушайте, здесь 5 страниц убористого текста. Что вы от меня хотите? Так вот, Лютер просыпается в темнице замка Гледстоун. Дождавшись, пока к нему войдет стражник, Лютер превращается в монстра и убивает его. Затем он превращается в ящерицу и убегает из замка. Магии превращений его научила мать-колдунья. Об этом вы уже говорили. Да что вы меня постоянно затыкаете рот? О чем я говорил? Мать-колдунья, не сбивайте меня! В общем, вам предстоит отправиться сначала к Дракулу, последнему из богов, а затем в путешествие по таинственному миру. Одним словом, Lands of Lore — это ролевая игра. Вы можете пользоваться различными волшебными заклинаниями, а также разнообразным оружием – мечами, топорами, луками и тому подобным. Со временем ваш персонаж набирает боевой опыт, так что к концу игры вы будете довольно сильным бойцом. Игра сделана очень качественно и, безусловно, заслуживает внимания любителей жанра RPG. Есть у нее и еще один немаловажный в наше время плюс. Игра не очень требовательна к машинным ресурсам и пойдет даже на низших Pentium. А нельзя ли покороче? Управление производится мышью и клавиатурой одновременно. Хорошо. В последнее время все чаще встречаются игры, которые требуют так называемого графического ускорителя, 3DFX. Более того, уже появились игры, такие, например, как Wipeout или Turok, которые без 3DFX вообще не работают. В следующем сюжете мы как раз и хотим продемонстрировать вам, что такое 3DFX и почему с ним играть лучше, чем без него. Всем уже совершенно ясно, что изготовители компьютерных комплектующих готовы пойти на что угодно, лишь бы вытянуть побольше денег из нас, пользователей. Последней и очень удачной придумкой в этой области стало семейство 3D-ускорителей, самым распространенным из которых пока является 3DFX Voodoo. Вот перед вами фрагмент игры Quake 2, запущенный без ускорителя. На всех объектах отчетливо видны так называемые пиксели, то есть растровые точки. Если приглядеться, то становится ясно, что все линии являются набором точек, расположенных лесенкой. А вот та же игра с включенным акселератором.
Видите, насколько более мягким получается изображение? Особенно это заметно по пистолету в руке. Свет и тени на картинке стали реалистичными. Тот же фрагмент без ускорителя. Согласитесь, разница очевидна, хотя телевизор, в отличие от монитора, несколько ее сглаживает. Следующая тестируемая игра — это Wing Commander Prophecy. Вариант с 3DFX. Все текстуры стали более гладкими. Появились дополнительные эффекты — разноцветные галактики, объемные взрывы, солнечные блики. Вариант без ускорителя. Как видите, в этом случае нам доступно лишь однообразное черное небо и достаточно простые эффекты. Впрочем, надо признать, что на играбельности именно этих двух игр наличие или отсутствие 3DFX не очень сказывается. Ну, вернемся к теме клонирования людей. Насколько мне известно, первые эксперименты по клонированию проводились на овцах. И в результате этих экспериментов получилось, собственно, овца. Ну, нельзя верить непроверенной информации. Ну, мало ли что говорят. Клонирование овец, клонирование людей. И потом люди, это вам не овцы. И потом, мало ли, генетический материал кто-нибудь перепутает. Ладно. Нашу программу продолжает игра, которая называется «Safe Cracker». Это переводится как... Взломщик сейфов. Предыстория игры такова. Главный герой собирается наниматься на работу в компанию «Крэп и сыновья». Эта компания занимается изготовлением сейфов. Глава компании, сам мистер Крэп, соглашается подписать с вами контракт. Проблема заключается в том, что контракт находится в огромном сейфе, лучшем изделии компании. А бумажки с частями кода, с помощью которого можно этот сейф открыть, находятся в других сейфах, внутри конторы. Так что вам предстоит сначала вскрыть все остальные сейфы, собрать части кода в единое целое, а затем доставайте и подписывайте. Сейф-крекер относится к жанру интерактивных пазлов. То есть, по сути, это набор картинок с минимальной анимацией. Вам предстоит решать логические задачи, в данном случае вскрывать сейфы. Мы с удовольствием констатировали, что на рынке появилась первая программа, обучающая будущих преступников-медвежатников. Теперь, не подвергая свою жизнь и свободу риску, будущие преступники могут спокойно набить руку дома, за компьютером и только потом выходить на настоящее дело. Так что мистер Крэп ошибся. Он не предусмотрел того варианта событий, при котором главный герой войдет во вкус взламывания сейфов, плюнет на контракт и будет жить безбедно до конца дней своих. Ну вот и все на сегодня. Наш полет продолжится в следующей программе. Game over. До встречи.